Алло, мир вам. Мир вам. Мир вам. Царь Небесный, утешитель Дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизнеподатель, приди и вселись в нас, не очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, именем Иисуса Христа, распятого и воскресшего, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни вправо, ни влево. Дай нам истинного понимания смысла. Прибудь с нами и в этот вечер. Сохрани нас также в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Всякие распри да удали от нас, противоречия разреши, умудри. Тебе же славу восылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Прошу прощения за задержку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам святого апостола Павла, 1 глава, 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Толкование. Доказав, что язычники исполнились всякого порока от того, что не захотели познать Бога, теперь доказывает, что они не заслуживают извинения. Они не могут сказать: «Мы не знали добра, ибо знали, что Бог правосуден». Значит, они делают зло добровольно, и, что еще хуже, одобряют делающих оное, то есть покровительствуют злу. Каковая болезнь неисцелима? Вопросы? Ну вот как к нам эти слова относятся на сегодняшний день? Кто сегодня эти злодеи, которые зло одобряют? Вот впереди говорится о язычниках, о людях, которые не захотели познать Бога. Ну, по большому счету сказать, это мир. То есть есть церковь, где люди спасаются, каются в грехах своих, исправляются. Вот. А есть мир, который не каются, злодеи, злодействуют злодейски. Есть такое писание. Вот. И Слово Божие нас предупреждает, что дружба с этим миром и есть вражда против Бога. Пусть даже они откровенное зло не делают, как у нас обычно принято. Ну, ты в Бога веришь, да, верю. А в церковь ходишь, да, я как-то так вот. Ну, я же никого не убиваю. То есть, вот, заповеди соблюдаешь. Да, ну, люди здесь обычно две. Я первый раз
когда вот людей спрашивал, ну, благовествовал, спросишь про заповеди. Вот не убей, не укради, тут уже вот обычно все знают. И на этом стопор. Вот. А тут недавно общался, целых 4 назвали. То есть это уже прогресс в 2 раза больше. Дальше все, опять люди не знают. То есть невежество полное. Вот. А отсюда-то и злодейство это, то есть незнание Бога. Вот, они и. Вот. Но есть люди, которые сами по себе добрые, они заповеди не знают, но закон Божий у них в сердцах написан. То есть этих людей тоже не нужно отвергать, что ли. То есть надо понимать, что такие люди есть. Добрые сами по себе, но неверующие или не знающие Бога. То есть к таким Бог благоволит, и рано или поздно вера у них появится. Вот. Но нам тут писатель говорит, что и они тоже неизвинительны, потому что сейчас прочтем почему. Послание к римлянам, 2 глава, 1 стих. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Толкование. Все мы люди не одинакового настроения. Иногда покровительствуем злу, иногда бываем судьями чужих зол, осуждаем подобных себе. Итак, сказав прежде о тех, которые одобряли злых, теперь ведет речь об осуждении и говорит: «Итак, неизвинителен ты». То есть ты знал, что правосудие Божие состоит в том, чтобы достойно наказывать злых. Поэтому и не имеешь извинения ты, осуждающий, делающих то же, что и ты делаешь. Кажется, что слова эти относятся к правителям, особенно же к римлянам, как тогдашним властителям вселенной, ибо судить дело правителей. Впрочем, это приличествует и всякому человеку, ибо всякий человек может судить, хотя бы и не было у него судейской должности. Итак, когда осуждаешь, говорит, прелюбодея, а сам прелюбодействуешь, то осуждаешь самого себя. Вопросы, комментарии, дополнения, желающие, пожалуйста. Все понятно? На что хотелось бы обратить ваше внимание? Ну, все мы знаем это место Священного Писания и часто пользуемся им. Не судите, да не судимы будете. И на этом ставим точку. Там не точка, там точка с запятой. Продолжение не закончено. И в этом случае тоже здесь запятая стоит. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Вот многие люди ставят здесь точку. А какие это люди? Это люди, которых вы обличаете в их злых делах. Они сразу не судите, это в основном попы. Ничего им не скажи, все, они неприкасаемы, у них депутатская неприкосновенность. И они вот этим местом Писания парируют. Что им сказать? Грех судить. Грех судить в том случае, если вот продолжение идет. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, запятая. Тут тоже не точка. Потому что, судя другого, делаешь то же. Вот это вот подчеркнуть и выделить жирным. Делаешь то же. Если ты этого не делаешь, то ты и не судишь. Ну, вернее, судишь, но не осуждаешь. То есть греха в этом нет. То есть ты, получается, извинителем. И там
тоже в том месте в Евангелии, когда говорится: не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и вас судить будут. Кто будет? Не Бог будет, не Троица будет судить, а кто? Люди. Почему там дальше продолжение идет? Что ты видишь, сучок глаза, сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем не чувствуешь? То есть те же самые грехи, ну может быть и, да нет, те же самые грехи, это и называется бревно. И здесь нам толкователь прям четко конкретный пример говорит: прелюбодея осуждаешь, а сам прелюбодействуешь. То есть ты, если бы ты бы его не осуждал, ну тогда бы и вопросов бы к тебе не было. Но раз ты его судишь, ты говоришь: ай-яй-яй, нельзя жене изменять, это плохо. А сам изменяешь. Вот тогда и не суди, потому что если ты судишь этого человека так же, то каким судом судите, таким и вас судить будут. И тебя точно так же осудит, и Бог тебя осудит, потому что ты не исправляешься. Ну а раз ты осуждаешь этого прелюбодея, значит ты понимаешь, что он делает зло, а ты покровительствуешь, бывает. Особенно в миру, там, друзья друг друга покрывают, жена заподозрила в измене. Вот. Где мой муж? Он здесь, на рыбалке, а он где-то блудит, там, прелюбодействует. Здесь он со мной покрывает, то есть сам. Вот, вот об этом и речь. Что вот впереди мы читали, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. То есть покрывают, одобряют, раз не сдают женам, вот. Не обличают, не борются с этим грехом, значит, сами такие. Послание к Римлянам, 2 глава, 2 стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Толкование. Дабы кто не сказал о себе: я доселе прелюбодействовал и избежал суда, апостол, устрашая его, говорит, что у Бога не так. У нас одного наказывает, а другой, хотя тоже делает, избегает наказания, но у Бога не так. Ибо суд Божий на дурных людей есть поистине. Действительно, посмотришь, всю жизнь человек ворует и не садит его, богатство нажил, и скажешь: ну вот он же ворует, его уже не поймали, и меня не поймают. Поймают. А если не поймают, ну ты же понимаешь, что он зло делает. Значит. И вот апостол Павел, он этим римлянам и пишет, что есть поистине суд Божий. То, что на земле вот такая несправедливость, что воры жируют и ничего нету, это говорит лишь о том, что на небе она наступит. То есть есть загробная участь. Ну как так? Столько людей зла сотворил, столько людей обворовал, на трупах свою карьеру сделал, можно сказать. И что, и так вот умрет и на могиле лопух, и все. Нет, отвечать придется за все. За все злые дела. Если не в этой жизни тюрьмы избежал наказания, то там не избежишь. И дальше апостол Павел продолжает эту тему. И пишет во 2 главе, в 3 с 3 по 6 стих. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева
и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Толкование. Выше сказал, что воздаяние дурным людям за заблуждение и почитание тварей заключается в тех самых несчастьях, которым они предавались, потому что самая нечистота была достаточным наказанием для них. Теперь открывает уже для них и наказание. «Для тебя, — говорит человек, — есть и другое наказание. Ты не избежишь суда Божия. Как избежишь ты суда Божия, когда не избежал своего суда? Ибо в чем осудил ты другого, в том произнес приговор на самого себя. Если же ты полагаешься на долготерпение Божие, потому что еще не наказан, то эта ненаказанность служит к большему наказанию для тебя. Ибо долготерпение Божие спасительно для тех, кто пользуется им к исправлению себя. А для тех, кто употребляет оное к умножению греха, оно служит большим поводом к наказанию. Не по природе своей, но по жестокосердию таковых. Собираешь, говорит, себе гнев. Не Бог собирает тебе, но ты сам собираешь себе, как это, своим непреклонным и жестким к добру сердцем. Ибо что может быть жестче тебя, когда ты ни благостью не смягчаешься, ни страхом не преклоняешься? Далее, сказав о дне гнева, присовокупляет: «Откровение и праведного суда от Бога». И справедливо, дабы кто не почел суда действием гнева. Откровение говорит всего, поэтому воздаяние сообразно тому, что открывается, а вследствие этого и суд праведный. Здесь правда не всегда одерживает верх, потому что дела скрываются, а там за откровением следует суд праведный. Заметь это место, сличив его со следующим: «Ожесточу сердце фараона», Исход 4:21, ибо Павел изъясняется почти теми же словами. Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов, все понятно. То есть лукавый человек, творящий зло и говорящий сам себе: «Ну как, я уже столько грешу, и ничего мне за это нет никакого наказания». И продолжает грешить. А другой останавливается: «Как меня Бог терпел столько лет, столько я зла творил, Господи, слава тебе, милосердие твое безграничное», и начинает исправляться и каяться, и приносит плоды, достойные покаяния, плоды, обратные греху. Как Златоуст учит: если ты прелюбодействовал, воздерживайся от жены, если ты пил, воздерживайся и от воды, пьянствовал. Если воровал, больше трудись своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. Брал у чужого, теперь свое отдавай. Вот это плоды покаяния. Вот тогда благость Божия и долготерпение, оно пошло тебе на пользу. И теперь становится понятно, почему Бог злодеев не наказывает. Он ждет их, пока они раскаются в злых делах. Ибо лучше, когда человек раскается, нет радости больше на небе, чем от одного грешника, кающегося, чем сотня праведников. А лучше один грешник, кающийся. И Господь говорит: я пришел
не к праведным, но к грешникам. Больные имеют судью у врачей. Нездоровые. Поэтому вот эти злодеи, которые злодействуют злодейски, есть у нас надежда на покаяние, мы должны к ним относиться вот как к таким, как врач к больным людям относится. То есть бороться нужно не с больным, а с его болезнью, врачевать, обличать его пороки, а не его самого осуждать. Хотя он тоже в этом участник, потому что грех без грешника он никак отдельно не может существовать. Но этого грешника нужно любить и надеяться, что он покается. И не судить. Вот чем осуждение от обличения отличается, еще раз напомню. Осуждаешь, когда ты человека, то есть ты выносишь ему приговор как судья, окончательный и бесповоротный. То есть он не спасется. Вот. Не спасется. Он каким был, как вот говорят, горбатого могила исправит. Откуда тебе знать? Почем ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты откуда знаешь, муж, не спасешь ли жены? Первое послание Коринфянам апостол Павел пишет. Мы не знаем, поэтому он и запрещает разводиться по причине неверия одного из супругов. В том случае, когда оба неверующие поженились, а потом один уверовал. Вот пример. Так же и с этими злодеями. Но есть злодеи, которые похулили Духа Святого. Ну, тут уже Писание говорит, не простится ни в сем веке, ни в будущем. Грань перейдена. То есть, когда белое называют черным, а черное белым. Когда очевидные Божьи дела называют, что эти дела сделаны силой бесовской. Вот это вот и есть план Духа Святого. По прочитанному вопросов нет. Вот здесь вот я не совсем уловил про фараона. Ожесточу сердце фараона. Как это связано вот с прочитанным? Кто уловил? Пожалуйста, поделитесь. В чем здесь связь? Я... Почему толкователь здесь вспомнил про него? Еще раз читаю, здесь правда не всегда одерживает верх, потому что дела скрываются. То есть нужно доказать. То есть, ну, говорят, не пойман, не вор. А вор что сделать, чтобы все следы заместить? Вот. А там, за откровением, то есть там уже в той жизни, следует суд праведный, то есть там все откроется. Нет ничего тайного, чтобы не сделать бы явным. Когда мы туда попадем, у каждого будет над головой надпись «Вор, прелюбодей, казноград, убийца, лжец». Вот. То есть все откроется. Поэтому до дня смерти нужно от этих пороков, от всех избавляться. И жить нужно так, как будто бы завтра ты пристанешь в пресуд Божий. Помни день смерти и вовек не согрешишь. Вот. Такой бы страх, Господи, дай нам. Заметь это место, сличив его со следующим, ожесточу сердце фараона, ибо Павел изъясняется почти теми же словами. При чем здесь фараон? Кто понял, уловил? Ну, наверное, потому, что вот когда казни насылались на фараона, чем дальше, чем больше было казни, и он в сердце его ожесточалось, то есть в упорстве. Так и вот здесь получается, обличаем, допустим, раз, да другой, да третий, да может быть одного раза надо, и смотришь, что человек-то не исправляется,
а сердце-то его ожесточается, подобно сердцу фараона. Наверное, вот так, что ли? Ну, видимо, да, ой. Мысль понятна, во всяком случае. И главное, он говорит же Моисею, иди, говори ему, а я ожесточу его сердце. Да зачем же идти, говорит, ты же сердце его ожесточишь, иди и говори. Вот. То есть, это было написано древним в наставление нам. То есть, и сегодня вот эти злодеи, ну, для чего вообще в мире это зло? Зачем Бог зло допускает? Некоторые говорят, что если бы вот был бы Бог, то зла бы не было. Ведь авария, наводнение, там, катаклизмы, Чернобыль, там, взрывы, там. Где же Бог? Куда же он? Вот. Так вот, на фоне зла как раз вот проявление добра-то ярко и выражается. Здесь вот все открывается, кто ты. Если ты борешься со злом, то ты воин Христов. А если тебе, как говорится, до лампочки плевать на всех, я ничего не знаю, моя хата с краю, тоже Господь говорит, то если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Вот. То есть теплохладность такая, безразличие. И мне еще фильм нравится «Восхождение дьявола» про Гитлера. И там Эдмунд Берг, по-моему, говорил, для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. Вот тут не делайте добрые дела, все, будет триумф зла. Обязательно. Да, то есть, но по упорству твоему, еще раз почитаю, и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. То есть, столько казни, столько, ну, казалось бы, любой нормальный человек уже бы свою гордыню, вот это упорство бы уже бы, сколько фараону было показано, и язвы, и дети, и жабы, и гнусы, там, и все. Сказал бы уже, ладно, вступайте, забирайте все. Вот. Но в последний момент все равно погнался за ними, и чем дело кончилось? Черное море их накрыло. То есть фараон сам себе собрал гнев на день гнева. Он другой скажет, ну как, Бог же его ожесточил, он же не виноват. Виноват. Это он сказал для Моисея, чтобы он выполнил его волю Божию. Иди и скажи, то есть предупреди. Потом на суде Божьем уже фараон не отвертится. Тебя предупреждали, тебя обличали, тебя предлагали путь покаяния. Да, почему же ты его не избрал? Почему ж ты народ Божий не отпустил? Столько лет они батрачились на тебя. Да, Ольга Николаевна, скорее всего, ты права. Хорошее сравнение. Послание к римлянам, 2 глава, 7 стих. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. То есть здесь говорится о воздаянии, которое воздаст каждому по делам его. То есть каждому праведнику, ну и каждому грешнику. Вот сейчас про праведников. Какие же праведники получат воздаяние? Жизнь вечная. Толкование.
сказав, что Господь воздаст каждому, начал с награды добрых, делая таким образом речь свою приятной. В словах «постоянство в добром деле» высказывает, во-первых, что от добра не должны отступать, не совершать оное нерадиво, но пребывать в нем до конца. А во-вторых, то, что не должно полагаться на одну веру, потому что нужно и доброе дело. Словом, бессмертие отверзает двери воскресения. Потом, так как все восстанем, но не все для одного и того же, но одни для славы, а другие для наказания, то упомянул о славе и чести. Итак, вся речь имеет такой смысл. Тем, говорит, которые ищут будущей славы, чести и бессмертия, и никогда не выпускают их из мыслей своих, Бог воздаст воскресение, жизнь вечную. Каким же образом снискиваются будущая слава, честь и нетление? Ответ. Постоянством в добром деле. Ибо постоянный в добром деле и твердо стоящий против всякого искушения действительно снискивает и славу, и честь, и бессмертие, или наслаждение нетленными благами в нетленном теле. Вопросы? Тут вроде все понятно. Римлянам 2 глава 7 стих. Простите, 8-9. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Еллина. Толкование. Говорит об усилии и неразумном упорстве. Здесь показывает, что они сделали злыми не по неведению, но по упорству. Почему и недостойны помилования? И покорность неправде, и непокорность правде также есть грех произвола. Ибо не сказал, которые принуждены и терпят насилие, но которые покоряются. Обрати внимание, что о Господнем воздаянии в жизни вечной выразился иначе, нежели о прискорбном. Ярость и гнев и скорбь. Не сказал «возрадуются Богом», но оставил речь неконченную, чтобы подразумевали «будет». Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Да, воздадутся, я по-другому сказал. Еще раз. Не сказал «воздадутся Богом», но оставил речь неконченную, дабы подразумевали «будет». Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Словами «всякой душе человека» обуздывает гордость римлян. Хотя бы кто, говорит, был царем, не избежит наказания, если творит злое, то есть остается в зле и не раскаивается. Ибо не сказал «делающий», но «делающий зло» со тщеславием. А как Иудей больше получил наставления, то он достоин большей казни, ибо сильные сильно будут истязаны. Премудрость Соломона 6.6. И более сведущие тяжелее будут наказаны. Вопросы?
Римлянам 2 глава 10 стих. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Толкование. В следующем далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит пользы, ни необрезание не причинит вреда, и затем показать необходимость веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала ниспровергает иудейство. Заметь же мудрость. Говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был исполнен пороков, и что все подлежали казни, во-первых, иудей, потом эллин. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого положения выводит заключение, что он будет и награжден за добро. Если же и награда, и наказание – суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни, и не только излишни, но и приготовляют иудею большее наказание. Ибо если осуждается язычник, потому что не руководствовался природой, а потому что и естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который при том же руководстве воспитан был еще и в законе. К этому клонится речь апостола. Теперь узнай смысл слов. Под эллинами, разумеет, здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, каковы Мелхиседек, Иов, ниневитяне, наконец, Корнилий. Равным образом и под иудеями, разумеет, иудеев, живших до пришествия Христова. Ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает внимание на времена древние и показывает, что никакого не было различия между богобоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен. Имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества, слава, говорит, и честь, и мир. Блага земные всегда имеют врагов, сопряжены с беспокойствами, подвержены зависти и козням, хотя бы извне никто не угрожал им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах. А слава и честь у Бога наслаждаются миром и чужды беспокойства в помыслах, как не подлежащие козням. Поскольку же казалось невероятным, чтобы удостаивался чести язычник, не слыхавший закона и пророков, то доказывает это тем, что Бог нелицеприятен. Бог, говорит, не принимает во внимание лица, но испытует дела. Если же по делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым. Итак, когда отменен закон, не величайся, иудеи, перед тем, который из язычников, делающий добро, равен был тебе даже в то время, когда иудейство твое было в славе. Вопросы. Нет вопросов.
Римлянам 2 глава с 11 по 12 стихи. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Толкование. Выше доказал, что и язычнику достаивается такой же чести, какой и иудей. Теперь доказывает, что во время наказания постигнет иудея осуждение. Язычники, говорит, не имея закона согрешили, то есть не быв поучаемы законом, поэтому вне закона и погибнут. То есть легче будут наказаны, как не имеющие обличителем закон. Ибо вне закона, значит, не подлежа осуждению по закону. Напротив, иудей согрешил под законом, то есть будучи поучаемый от закона, поэтому и суд примет, то есть осужден будет по закону, как подлежащий закону, который обличает его и подвергает большему осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, потому что оправдываешься законом? Вот, доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь большую, нежели язычник, нужду в благодати, как неоправдываемый пред Богом, одним слушанием закона. Пред людьми слушатели закона могут казаться честными, но пред Богом не так. Пред Ним оправдываются исполнители закона. Вопросы? Что значит слушатели закона? Еще раз. Что значит слушатели закона? Вот когда иудеи им закон, им читали, или как это понимать? Ну, синагоги же были, школы. Иудеи постоянно поучали Слово Божие, читали Священные Писания. Вот. И Христос, когда приходил, Он брал свиток и читал. Вспоминайте, слушали закона, слушали. И перед людьми они казались честными, то есть они лицемерили, то есть молились на показ. И Христос говорил про фарисеев: все, что они вам говорят, то есть все, чему они вас учат, делайте. Учили-то неправильно. Дальше-то что? По делам же их не поступайте. Ибо они говорят, но не делают. Вот их дела были, безделие. То есть они учили правильно, а сами на заповеди не соблюдали. Сердце их было жестоковыйное, упорное, так же, вот, как у фараона. А слушать слушали. А если на наше время сейчас перевести Библию, как бы в храме никто тебе не рассказывает, то есть как жить надо, нам-то что делать? Ну, не нам вот, кто стоит прихожанам. Они и законы не слышат, то есть они как и ответственность не несут. Вам-то что делать? Изучать самостоятельно. Вот вы же здесь, Бог вас привел сюда. То есть ваша душа пожелала узнать. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Не через попа, так через наши занятия. Есть в интернете много ресурсов, не только наши. Замечательные проповеди священников тех же. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. А Бог будет судить тех, кто слушал и не исполнял, и тех, кто не слушал и не исполнял. Вы скажете: ну это же несправедливо, мы же ничего не знали.
Бог будет судить за то, что не хотели узнать. Храмы были открыты. Да, в храмах не проповедовалось. Как раз, Сережа, как раз разговор-то у нас вот не так давно был, два занятия назад, о церковно-славянском языке. Вот тут, как говорится, и вспомнишь, и почешешься. То есть в храме стоят люди, им говорят, а они ничего не понимают. Но они слушают. Они пришли сюда. Вот. Вот. И вот человек, ты понимаешь, говорит, да, нам-то что делать? То есть хочется учиться. Говорю, кто ищет, тот всегда найдет. Есть такая поговорка. Вот. Я ходил, мы все ходили в храмы Московской Патриархии. Меня не устроило, что я ничего не понимаю. Я нашел лучшее. Я буду на суде Божьем свидетелем. И Господь скажет, вот почему они нашли, а ты нет. И ответ будет, а потому что не захотел. Почему он захотел спасения, а ты не захотел. Поэтому он будет здесь утешаться, а ты будешь. Ну и еще за всех говорить-то не надо. Вот мы стоим и что нам делать. Это вот повезло тебе здесь услышать, вот Господь дал тебе это услышать. Вот толкование, дальше изучайте. А другие души не ищут, и все. И они пойдут в другое место. Ну, я как бы не за всех говорю. Я говорю, вот я хожу в храм, и я с ними беседую, с людьми. И многие уже говорят там, отойди, заткнись, и не мешай нам. Вот у меня теперь такой вопрос. Скажите, а кому мне тогда платить десятину? Батюшка, который меня не научает, хотя есть батюшка, об этом беседовал, или кому? Игнатий Тихонович, когда советская власть была, у него десятину тоже не брали. Он давал баптистам на печатание библейской литературы. Новые Заветы печатали, Евангелие, Библии. Были подпольные печатные мастерские. Он рассказывал много трогательной истории, как за ними гонялись и убивали даже. Было такое. То есть сталкивали машины, там аварии такие всякие были. Вот. То есть вот находил Игнатий Тихонович. Ну а сейчас много священников, с ними надо беседовать, которые примут. Тот и духовный отец будет. С ним можно так общаться. Так он как бы не отказывается от святой десятины, да? Он ее принимает. Я ему говорю, батюшка, ну надо маленько хоть, ну как-то заниматься с людьми. Но все мертво уже несколько лет, года три, вообще даже не шелохнется. То есть вы 3 года платили ему десятину, и у него даже ничего не шелохнулось, совесть-то? Ну это меньше того, что я ее как бы отдавал, да? Я еще ему и говорил постоянно о том, что надо с людьми заниматься. Да даже хотя бы со мной, ладно уж там с людьми. Это самое. Я ему задаю, ну как, я ему задаю вопросы и говорю, что сказал Бог. Ну, я вижу, что он свое отвечает. Относительно, конечно, вот Игнатия Тихоновича канала, ну и вас. Вот нет, кому платить десятину? Вот конкретный вопрос. Ну вот, этот священник устраивает или нет вас, чтобы ему платить десятину, если он берет? Ну ему и платите. У протестантов я услыхала такое выражение, что десятина платится туда, где ты питаешься духовно. Ну, у нас сейчас... Женщина, видите, как я питаюсь, я так у вас. Отцу Акиму тогда платить, да пересылаем и все, как я делаю. Как Игнатий Тихонович? Игнатий Тихонович? Ну вот Виталий говорит, он... Игнатий Тихонович Мирин, он этот, он чтец, а не священник. Ему-то что, зачем платить? Ему, если будете отсылать, то другая десятина уже будет. Угу. То есть все-таки надо посмотреть еще по батюшкам походить, да? Ну, есть два варианта. Этот священник, если не устраивает вас, то значит еще по другим батюшкам ходить. Если устраивает, договаривайтесь с ними. Если он сам не хочет
занятия проводить, то вы проводите занятия. Попросите его благословения, чтобы можно было где-то собраться, там людей оставить, чтобы хотя бы это он сделал. И читайте вот блаженного Феофилакта. Ничего толковать не надо, там уже все растолковано, лишь бы читать. А там дальше будет видно. Все, благодарю за совет. Отошел. Слава Христу. Продолжим. Послание к Римлянам, 2 глава, с 13 по 15 стихи. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Толкование. Доказывает то, что говорит против иудеев и ведет речь с мудрым искусством, чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона. Как бы хваля и возвышая закон, говорит, что заслуживает удивления те, которые не имеют закона естеством, то есть имея убеждения в мыслях, ибо они не имели нужды в законе, а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих не письмена, но дела, и вместо закона пользуясь во свидетельство о добром совестью и природными мыслями. Говорит здесь о трех законах. О законе писанном, о законе естественном и о законе дел. Язычники, не имеющие закона. Какого? Писанного. По природе законное делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. Не имея закона. Какого? Писанного. А они сами в себе закон. Как это? Руководствуясь законом естественным. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Какого? Закона в делах. Заметь мудрость. Не поразил иудеев, как требовал этого ход речи. По ходу речи следовало сказать так. Когда язычники, не имеющие закона, делают законное по природе, то они гораздо превосходнее наставленных в законе. Но апостол не сказал так, а выразился мягче так. Сами себе закон. Этим он доказывает, что и в древнейшие времена, и прежде, нежели дан закон, род человеческий находился под тем же промыслом. Этим заграждает также уста тех, которые говорят, почему Христос не пришел научить деланию добра прежде, изначала? Познание добра и зла, говорит, он вложил во всех изначала. Когда же увидел, что оно не помогает, то пришел, наконец, сам. Вот и если во свете этого текста рассмотреть вот предыдущий вопрос. А нас не учат. Ну вот, язычников тоже никто не учил. Но совесть-то у вас есть? Это мне нравится один рассказ. Раньше же боролись, вот эти всякие были атеистические лекции, что Бога нет. И вот в тюрьме, по-моему, баптист один, я сейчас не помню кто, возразил этому проповеднику, атеисту. Он говорит, Бога раз никто не видел, значит его нет. Он говорит, а у вас совесть есть? Он говорит, да, конечно, есть. Он говорит, так ее же никто не видел.
А раз никто не видел, то и нет. Как бы вывод такой напрашивается. С юмором как-то так сказал и высмеял вот этого атеиста. Вот что касается совести. То есть Бог вложил в сердце каждого человека совесть. Наработка Игнатия Тихоновича. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Не просто там какие-то голоса ты слышишь, как вот в психбольнице умалишенные, а именно вот как нам толкователь говорит, мысль приходит, и одна мысль осуждает другую. Понимаете? То есть совесть говорит, это тот участок души, который слышится голос Божий. Вот. И у нас вот оглашенный пришел недавно, Евгений его называют. И вот он не читал закона, но когда беседовал, он говорит, я сейчас сам удивляюсь, как будто кто-то мне говорил. То есть, ну, совесть, видимо, говорила. Вот. И я в начале занятия тоже предупреждал, что таких людей со счетов не нужно списывать. Вот. Которые не законом руководствуются, а вот совестью. И фильм вот есть очень хороший, «По соображениям совести», он так называется. Правда, я когда смотрел, этот человек, который на войне воевал и никого не убил, и наград получил больше всех, которые при этом убивали. Вот. А он пятидесятник, по-моему, был. Вот. То есть он, не имея закон, наш православный закон, ну вот ересь пятидесятники, ну хотя они в Троицу и верят, но однако. Истины-то в полноте нет у них. А вот совесть ему подсказала, что вот он не должен убивать, он спасал. И этот фильм основан на реальных событиях, то есть человек существовал, раненых выносил. Ему совесть подсказала, а нашим православным, которые там пусть там на церковнославянском, худо-бедно, но все-таки же какие-то же проповеди говорят, но как дело касается войны, симфонии с властью, государственной политики, сразу Александр Невский, святые благословили, и это если там тебя лично враг твой, тогда прости его, а врага государства не смей прощать, убивать всех надо. А когда говоришь, ну а как же, Христос учил любить врагов, гонят вас в одном городе, бегите в другой. Проклинающих вас благословляйте, не воздавайте злом за зло, не бери меч свой, ибо всякий, кто возьмет меч от меча же и погибнет. Я учился на катехизатора, и мне учитель их в Московской патриархии, когда ему вот это все возразил, была тема о войне, я вопрос задал, почему, неужели Евангелие не читали и ходили вот в эти вот крестовые походы православные? На что он мне ответил? Ну как, это же священники благословили их. То есть священники выше Христа. Сергей, я думаю, что намного ты немного упростил. Дело все в том, что вот этот человек, пятидесятник, он читал Слово Божие, и там конкретно в законе сказано «не убей». И православные тоже, эти католики, все это знали, что «не убей». И у них часто эти вопросы возникали, просто мы историю не читаем, там все это было, и вопросы задавали, можно или нет убивать, и папы провозглашали, что это не человеки эти мусульмане, это не люди, их можно убивать, не об этом говорит Господь, понимаешь? А вот язычники настоящие, они жили, когда Колумб посетил, он первым делом высадился на Кубу, он не знал же Америку, а только открыл ее в 1492 году. Он туда высадился, и там жили индейцы эти, как их назвали индейцами, хотя это американцы на самом деле. Они аборигены, ничего не знали, там каменный век еще. И они на него не нападали. Первые начали нападать именно европейцы, убивать их, католики, которые знали. А они жили своей там семьей, общиной своей жили. У них там, они на этом острове не воевали, вот на Кубе. У них не было войн, они мирно существовали. Вот сейчас бы таких вот встретить и посмотреть, не... Сразу не убивать их за эти частички золота, которые нашли там на них в ожерелье, и жемчужинки всякие, а посмотреть, как они этого добились-то, как они так смогли прожить, как вот
Антоний, когда его Господь направил к двум женщинам-то, которые были за двумя братьями замужем, как они мирно прожили-то? Он говорит, они выше тебя. Что просто мирно прожили, не ссорились, ничего, на одной кухне и ужились. И то же самое и здесь, тоже эти язычники, вот эти индейцы, или там взять Малую Азию, там острова, Новая Гвинея, там и так далее. Там не все же были каннибалами. Там мирные были, очень много мирных племен на разных островах, они не воевали. А европейцы, мы, христиане, с законом принесли им убийство, принесли разврат, водку эту и так далее. Вот настоящие язычники, они, у них там все было по-мирному. Так, братья, час занятий прошел. Следующая часть — вопросы к Игнатию Тихоновичу. Пожалуйста, задавайте. Желательно, чтобы были вопросы по Священному Писанию. Можно в чате вопрос задавать, если у вас с микрофонами проблемы. Или... Ну, здесь пишите. Вопрос можно? Можно. Да, конечно. Вот вчера мы ехали в машине, беседовали. Значит, Христос пришел и искупил грех Адамов, да, первородный. А плоть у нас осталась прежняя. Как это объяснить? Почему она осталась прежней? Почему он ее не изменил? Игнатий Тихонович. Ну, мне отвечать? Да, ну, да. Ну не знаю. Ну, первоначальный приговор, который Господь дал, смертью умрешь, остается в силе. До момента, как пока будет искупление. А искупление окончательно наступит на страшном суде, потому что восстанет тление. И там перечисляется. Сеется в тлении, восстает в нетлении, и там будет все это снято. Так что мы знаем, получили сейчас удостоверение, мы спасены в надежде, Павел говорит. Спасены в надежде. Сектанты, которые это не знают, они: мы спасены, мы спасены. А Павел говорит: не достигну ли я, как достиг меня Христос. Видите, вот. Мы уверены, что Он умер за нас, уверены, что даровал спасение. Но нет уверенности, что мы будем до конца верны. Мы просто надеемся на Бога. Так и это. Когда апостол Павел пишет в послании к римлянам здесь, свободу славы детей Божьих от тления, от смерти, будут освобождена всякая скотина, звери, там, рыбы, все будет освобождено. Свободу славы детей Божьих. А это будет после воскресения из мертвых. Вот и ответ. Все пока остается по внешнему, по человеку так. Господь ничего не изменил. Вот говорит, да бороду не трогать, это только в Ветхом Завете. Ничего в Новом Завете Бог не менял. Все остается так. И то, что касалось плоти в Ветхом Завете, нынче оно... Ну, просто надо считать, говорит. Не открывай ноготы матери. Вот, сегодня сестры. Ну, то есть, это кровосмешение. Этого никто не отменял. Да как Христос же пришел и искупил. Закон данный написан, закон вечен. Он не временный закон. Да как-то? Все указывало на то, что сейчас есть. Суббота, покой, шаббат. Она указывала на будущее воскресение. Почил от всех дел своих. Почил Бог. Завершил труд в субботу, сотворил человека. А как по-новому? А по-новому Христос в пятницу распят, Он Бог. Он сошел в преисподнюю. Воскресенье воскрес. То есть Он там проповедовал находящимся в узах. Пятница, суббота, начало воскресенья. И труд закончил именно в воскресенье. Почил от дел своих. А там написано, что творю все новое. Вот это и есть. Труд Христа закончился в воскресенье. А когда творение было, творение, Бог творил мир видимый, закончил в субботу, а теперь, говорит, творю все новое. Творю все новое, то есть проповеда от проповеди, вера от слышания,
слышание от Слова Божия, к Римлянам 10:17, и Христос закончил воскресение. Отсюда узнаем, что суббота вечная, она перешла в воскресение вечное, после воскресения общее, всеобщего наступает бессмертие и вечный покой. Так что все заповеди, какие были, они даны были не на один день. Ну, вот так, когда мы видим, что переходит. А обрезание что? Ну, обрезание, вот сейчас спроси, кто обрезывается. Да, мусульманин, зачем? Он не знает. Это был завет с Богом. И обрезание указывало на то, что придет время, когда человек будет получать прощение, освобождение от греховного, от плотского, от ненужного, от нечистого. Вот это само по себе обрезание, оно духовно указывало на крещение. Колоссянам 2 глава, 11 стих. Ну, тут говорит, мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв крещены с Ним. Ну, тут уже все объяснено. Итак, Ветхозаветнее, все переходит в Новозаветнее с возвышенным пренебесным звучанием. И чтение. И даже вот мы считаем на молитве псалтырь. И его надо понимать в духовном смысле. Когда говорится, Павел, преследуя врагов, попирая, это означает о бесах, не о людях. Ну, это так и Зигабен толкует, и у Златоуста, сохранившихся в псалмах. И с этим не надо спорить. Вот бывает так, человек, я не согласен. Но это вне церкви уже. В церкви все единогласно. Он не признает, он не думает. Я сам думаю. Ну, ты думай-то за пределами церкви. В церкви ты уже не можешь быть. Почему? Потому что свят Господь Саваоф. И нечистое ничто не войдет. А противление истины – это нечистота. Бог сказал, мы или соглашаемся, или... А то пустословить, спорить, Бог этого не делает никогда. Вот такой ответ. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Так. Вы тут спорили, или как, и спорили, или сказать, не знали, как вот, десятину. Мы неоднократно эту тему обсуждали. Препятствие большое на десятину торговли, которую Христос изгнал. Если торгуют, мы пришли к четкому определению этого. Десятину там не платить, там, где идет торговля. У них прибыток превышает, может, в 100 раз больше, чем у тебя десятина даст. Если десятину берет, торговлю выкинуть. А у него кто будет платить? Ну, один человек, пробудившийся совесть есть, он платит. Так а не надо на это смотреть. Ну, может, и так не надо. Ну, как не надо, когда люди нуждаются. Найди. Господь на суде будет спрашивать по 25 главе Евангелия от Матфея. Накормил, напоил, посетил. Везде нужны деньги. Трать на тех, которые ближние. А кто ближние? Ну, верующие. Кто своих не пищется, отрекся от веры хуже неверного. Постарайся определить себя. С батюшкой поговори. Он не пойдет на это. Если вы все платили, может быть, он не задумался, но все равно. У него достаток с другой стороны. Вот у нас включенная десятина. У нас торговли нет, вот в нашем храме. Ни на сей в селе Потеряевка, ни здесь. Вообще нету. С тарелкой никто не ходит. Так необычно кажется. Торговой точки нет. Вообще нету. И не было, мы в устав это ввели. И свечка ни одна не тушится. Они все должны догореть. Помигать и погаснуть. Все сожжения. Даже взять слово «все сожжения». Все, то есть полностью до конца. А тут мы как-то на Пасху на колокольню полезли. Тут, а там речь стоят мешки. Большие мешки, как кули. Набитые огарками. Огарки там больше, наверное, четверти. Ну, видно, что ворованное все. Переплавлять будут теперь. Это обман. Для крещения требуется три условия. Признание себя грешником, крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И третье, чтобы получить дар Духа Святого, и глаза твои увидели.
участвовать моя десятина в злодействах больше не будет. А что торговля есть злодейство, не просто, а метаморфоза. Думаю, домом молитвы наречется. А вы его сделали вертепом разбойников. Был другой ответ. Вначале Господь сказал, притворили в дом торговли. А второй раз изгонял уже более сурово. Вертеп разбойников. А как бороться? Не подходи, не покупай. Есть возможность, скажи. Ну, даже если сейчас бы нашелся человек, и вот узнал, сколько получают они. Ну и сказал бы, вот эти деньги я богатый, буду давать, торговлю закройте, а оно они не закроют. Они как наркоманы. Не можете служить Богу и мамоне. Ну не можете, а мы служим. Нет, одном будешь, говорит, заботиться, о другом не родить. Спорить не надо. А вот это все вот так вот. Я краешком прошел, спокойно, все. Мы берем и... Потом надо будет опять по новой проверить все, которые идут. Потому что тема одна закрыта. Вячеслав там закрыл волхвы, там колдовство, все такое, бесовство. И отсюда Сергей Павлович закончил. Церковь была, потом царь, а сейчас на новый перешел. Все у меня. А, Тихонович, вот я побывал у вас на службах, теперь у меня омерзение вызывает вот это все, храмы с торговлей. Как с этим жить? С этим и живи. Это хорошо, что у тебя такие качества. Это похвально. Ничего не надо, так и понимай. Молись об этом, где нужно, скажи. Сразу тебя поп занесет в черный список. Надо терпеть, надо трудиться, молиться. Нам не дано. Сейчас слышали, Забайкальский округ, ну, сейчас все это в интернете много говорят, Сайнудинов там, Рамиль, срочная служба. Расстрелял 8 насмерть и 11 ранил тяжело. И сейчас он говорит, как? Я их сначала положил, говорит, на землю, а потом стал расстреливать в голову, чтобы наверняка. Отец военный у него. А что? Они сказали, вот которых тут опустили, то есть изнасиловали, тебя ждет сегодня ночью то же самое. У меня, говорит, выхода никакого не было. А что не жаловался? Так офицеры, говорит, это делают. Вот сейчас разбираются совет матерей. Ему пока дали срок 2 месяца сидеть для разборки. Другие там пожизненно ему будет. Но я думаю, нет, его скоро выпустят. Он защищался. И вот эти, которые творили это все, на них тоже точку поставил Господь. Рамиль взял все на себя. Видно, что он татарин. И такой сидит, кроткий мальчишка, ну совсем юный. И представь, что он терпел, и сколько издевательства там, он говорит, перечисляет. И там какой-то офицер, ну прям все время он издевался над ними. Когда идет мимо где-то, вот это киоски продают, купи для меня вот этот. А если не купил, там, ну, какая-то беда будет. И он его застрелил. Об одном пожалел, говорит, что в этой компании были 2 солдата, которые не замешаны были в этом издевательстве. Ну, вот так. И министр Шойгу, другие выступают, все, нет, материнский там комитет, нет ничего, нет ничего. Трупы еще лежат, не похоронили. Нет ничего. А вы верите, что так было? Верю. Я знаю. Я в воинских частях вел занятия даже. Тут у нас от общины есть, где помогаем. Ну, вот так. Терпи, Виталий. Терпи, смотри, это чувство не погаси в себе. Ну, не лезь нигде. Виду не давай, молись. И вот мы же молились, и Господь дал. Мы не ждали этого, что так Бог сделал. Вот у меня, который интервью брал тут, фамилия его, знаете кто, из Москвы, я его называю блуждающий.
блуждающий, ездит везде. И он переехал сейчас, поехал в Нью-Йорк с митрополитом Илларионом. Там задают вопросы, тот отвечает как-то мало, ну, прям видно, что больной. А этот Алексей, я его зову шатающийся, везде ездит и... Ну, вот ему он там ответы дал, какие бы задал. Кто-то посмотрит, может быть, увидите, пересказывать не буду. Но митрополит хорошо отвечал, что очень даже не похоже, что у нас делается и что там. Там все прозрачно, по-другому никак. Жиреть не будет, налогами задушит. А тут накладывает такую контрибуцию епископ, ни один приход не выдерживает. А у них там, говорит, нету, мы, говорит, заодно все. Так. А что объединялись тогда? Ну, еще да, объединялись. Мы не объединялись. Нам великое чудо Бог дал. Они над нами не имеют власти, ни те, ни другие. А тех и других мы признаем, служат вместе. Но издать что-то против, они бы сожрали батюшку в первую очередь, потом бы за меня занялись. Ну, не знаю, проглотили или нет. А то у меня костей много. Подавятся. Померить надо косточку сначала. Да. Это так. Ну что, ничего нету? Видимо, нету. Ну нет, так у тебя все, наверное, кончилось уже. 33 минуты. Давайте, вылазьте. Помолимся. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Валентина Сартисон, помолитесь, пожалуйста. Что-то нет. Ну, пускай Ольга Николаевна Симоненко. Господь наш и Бог наш, да не будет иного Бога у нас, кроме Тебя. Благодарим Тебя за милости Твои щедроты, за возможность собираться у Твоих ног. Даруй нам, Господь, быть верными до конца. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос. С Богом. Аминь. С Богом, спаси Христос. С Богом. Аминь. Аминь. С Богом. Спаси Христос.